Всем кака, дорогие друзьяшки, с вами Маша. Ну что, соскучились по мне? Да, я решила вернуться на YouTube. В коем-то веке я решила заснять видео в таком формате Gacha Life. И это мой новый теперь вид. Да, мне очень неловко за долгое отсутствие, и, возможно, видео будет мало, и они будут выходить редко. И спасибо за 18 подписчиков, я очень рада, я не знала, что сказать. Что ж, теперь переходим к плохим новостям. Я не знала, что мне заснять, и решила заснять реакцию. Даже реакцию-то и непростую. Не знаю, как вам, но для меня очень ужасную. Реакцию на МСЮ. Это просто ужасно. Моя психика будет сломана. Поясню для тех, кто не знает, кто такие Мэри Сью. Мэри Сью — это маленькие девочки лет там 6, 10, 11. И бывает то, что они шиперят себя со всякими персонажами. Ну, допустим, Санс, Бенди, Фокси. Это их нелюбимые персонажи, и они постоянно их шиперят вместе с ними и угрожают еще вдобавок. Что ж поделаешь, куда YouTube докатился? Не хочу никого оскорбить, если меня смотрит кто-нибудь из Мэри Сью или тому подобное. Я ничего не имею против. Ну, немного имею, но ничего в общем-то. Но зачем такое снимать? Мэри Сью отличается тем, что у них какой-нибудь тупой голос, ядерные цвета их не ос, и постоянные угрозы. И вот что бесит в них. Ладно, я запаслась чайком, и теперь можно пойти и посмотреть на это нечто. Лева. Всем привет, я ваша новая королева. Меня зовут Всемогущая. И я хочу сказать, что... Девушка, зачем ты карать? Я не глухая, все прелестно слышу. Господи, ты меня чуть не оглушила. Мало того, что ядерные цвета и вдобавок испорченные уши, я не глухая вообще-то. Если вы его тронете или поставите дизлайк под моим видео и отпишитесь от моего канала, то мы с Сансом вас убьем. Сейчас я позову Санс. Санс, это правда, что мы убьем их, если не поставить дизлайк и отпишутся? Да. Бедный Санс, он стал арахисом. Что же теперь делать? Да. И правда то, что мы с тобой встречаемся? Конечно, это правда, моя королева. Так. Да, мы им докажем. Давай поцелуй меня, Санс. Конечно. Япона, мать их японцев. Это что сейчас было? Флаг Украины? Я не понимаю, что это и знать не хочу. Что могу сказать? Угрожение, ядерные цвета, шиперство с каноном. И, ну, как бы сказать, это статья, если ты совершеннолетняя, могут и посадить, как бы. Статья 119, угрожение и нанесение вреда здоровью грозит лишением свободы. Зачем угрожать? Я не понимаю, зачем делать такие ядерные цвета? Что ж, а мы переходим к следующему видео. Всем привет, тупые люди! С вами ваша новая королева. Меня
Здравствуйте, кто бы вы умнее был. Я не могу прочитать этот ник, даже запомнить его невозможно. И зачем так долго писать? Я не понимаю, как ты это выговорила? Может быть, это учила как стихотворение? Или, знаешь что, иди лучше стих поучи, больше пользы будет. Знаете что? Это не Санс, а что-то вообще непонятное. Господи, Япона-мама, мать всех японцев, спасите меня. Да сама ты недоносок. Знаешь что, за оскорбление вообще-то должен полагаться бан на Ютубе. Спасибо, я должна вообще тебе сказать, что не было 18+. А это у таких Мэри Сью, как ты, встречается постоянно. Иди лучше стихи поучи, не знаю, книжку почитай, а не всякой ерундой занимайся. Что могу сказать? Эх, снова угрожение, статья. Ну, более-менее нормальные цвета, кривая рисовка. Мне кажется, было бы проще Санса срисовать. Толстые губы, заметьте. И вдобавок, угрожение, обзывательство и то, что я королева мира. Я могу точно так же про себя сказать, если честно. Переходим к следующему видео. Пусимуся. И сегодня я вам хотела кое-что сказать. Это очень важно. Санс мой парень, и если вы его хоть пальцем тронете, и я это увижу, то тогда вам просто не жить. Запомните это раз и навсегда. Санс, докажи, пожалуйста, что мы с тобой встречаемся. Да, это чистая правда. Мы с богиней Пусимуси встречаемся. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю. Всем пока. Опять же, шиперство себя с каноном, угрожение, возможно, срисовка. Я не видела таких картинок, возможно, это срисовка, а может быть и нет. Супер-мега-силы всемогущие, тому подобное. Что же, видео подходит к концу. Дальше я снимать не могу, извините, уже глаза сильно режет. Что ж, спасибо еще раз за 18 подписчиков. Видео, возможно, будет редко, а может быть и нет. Уж извиняйте, как повезет. И пишите, снимать ли мне вторую часть или нет. Всем удачи, всем пока-пока.